Ребята, всем привет! Вот сегодня уже 30, по-моему, первое. Не помню точно, 31 вроде или 30. Ну, короче, сегодня четверг. Приехал, короче, сегодня за дровами. Бобры, видите, как пообкладывали осинину. Вот, здоровущая, короче, осина. Вот. Как-то так, колеса у меня новые стоят. От москвича шина вроде жиговские. Короче, нагрузил нормально. Вес вроде держит. Классно. Посмотрим, что на мои болты скажется. Этот вес. Они же как бы тоньше по диаметру. Может быть и будет разбивать, может ломать будет болты. Но посмотрим, что. Бензина у меня на мотоблок осталось еще литр где-то. Короче, смотрите, друзья, будни колхозников. Заготавливаем дрова. Валежник. Ну как валежник? При участии бобра. Бобр навалил осин вот таких вот толстых. Вот такие вот черки, друзья. Смотрите. Бобр навалил. Вот. Сейчас будем крыжевать на чурке. Oh.
раскрыжевали. Сейчас, короче, возьму колун, поколю их пополам. Может, на три части. Чтобы было полегче носить. Хопа. Ну, вот такие вот дрова. Получается у нас 2, 4, 6, 8, 10 чурок. 11. Сейчас паузу поставлю, возьму, у меня там рулетка есть. Специально вам покажу, какой диаметр чурок. Сразу, друзья, скажу, что у меня линейка начинается с 3 сантиметров. Обломалась была, я, короче, на заклепочке заклепал сам. Вот видите, заклепки. И все. Ну, короче, смотрим первую чурку от макушки. Это получается 36 минус 3, 33 сантиметра получается диаметр. Вот. Ну и последние чурочки. Смотрим. Смотрите. 40. 45. Ну, почти 46, можно сказать. 45, да. Вот. Минус 3. 41, короче, 40 сантиметров. Ну и вот так вот это все дело бобер сгрыз, друзья. Вот видите. Бобрище погрыз здесь. Хороший помощник, кстати, товарищ. Лесники уже ничего не скажут мне, я не с корня валю деревья. Так что вот, я уже, получается, здесь одну вот забрал сегодня, которую тот раз я пилил, вот она туда уходила. Короче, полтора кузова с нее получилось. И вот эту вот, даст бог, все нормально, если не сломаемся, вывезем вот эту тоже за два раза осину. Ну, тут вот еще валяется во льду, но это все фигня. И там вот еще есть, сейчас там посмотрим своим. Там, короче, тоже есть... Видите, тут загрызы хорошие тоже. Осинку начинает грызть бобрик. Ну и вот здесь, друзья, у меня. Смотрите. Тоже вот. Но это вот сухие можно забрать. Эти бревёшки сухие. Сухие. Два сутуночка будет. Два сухих бревнышка. Нормально как раз они горят. Вообще классно. Осину сырую вот эту я домой увез. Охапка, короче, дров сосновых. И, короче, получается осина. Вообще. Вот углей сделал, короче, сосновых сухих. До половины они сгорели. И, короче, закинул сырой осины. И все, и прям хорошо горит. Ну и вот еще подвяленная сушеная осинка тоже на кузов будет. Надо будет забрать ее. А там вон еще какая-то макушка. А, это моя макушка, по-моему. Да, это вот, которую я пилю, там видно. Вот, друзья. Вот так вот Fisherman Hunter проводит свои денечки. Заготовка дров. А, кстати, интересно. Ну, была бы еще машина большая. С кузовом большим, так можно было поездить, пособирать. И это дрова можно было бы попродавать. Ну, а так только для себя, друзья. Интересно жить в селе. Вот, кому понравилось, ставим лайки. Сейчас, короче, покажу, как я их бомбить буду шалунов. Посмотрите, понаблюдаете, кому интересно, конечно. Городские-то, можно сказать, что я не занимаюсь такими делами. Ну, давайте посмотрим, друзья. Что, друзья, продолжаем наблюдение вести. Сейчас я вам еще маленечко хочу сказать про бензопилу свою. Короче, вот такая вот бензопила. Карвер, получается, 52-я, у него шина стоит. Ну, кстати, я им уже пользуюсь, наверное, года 4. Классная, вот такая вот пила, друзья. Единственный минус, что цепи быстро растягиваются. Вот, как-то так. У меня вот последняя цепь осталась, не знаю, сейчас растянется, все, она стоит целую 1000. Тут вот у меня еще зазор есть, сколько тянуться ей, сантиметр. Вот, ну, может, сантиметра 2,5 примерно. Еще и можно будет вытянуться, и все, я потом не смогу с ней ничего не делать, только переклепывать надо будет. Ну и вот еще у меня вот такой вот офигенный колун. Вот тут. Получается 2700 весит. Хороший, классный колун. Долбит вообще четко, пластиковая ручка. Сейчас продемонстрирую. Ну, не знаю, как он быстро сломается или нет.
посмотрим. Я им тоже уже, наверное, года 3 колю. Земля мягкая, чурка проваливается. Так вот с краешку долго. Ага. Все. Пополам взял чурку. Сейчас следующую. Так с краю закалывать, чтобы с краю у нее пожестче. И она раскалывается лучше. Середину будет колун вязан. Жесткие, блин. О, мощные чурбанчики. Но земля мягкая. Сказывается много. Удар смягчается, колуна. Перевернем. Дальше. Сучковатая, блин, жарко становится. Фу. Ребята, не все так просто. Не просто приехал, но на пилю увез. А тут еще надо помахать, а потом еще дома расколоть. О, это попроще. Та витая была с чуркой и с сучком. Сейчас вот это тоже, наверное, сложно будет. Не, слабенько. Не витаю.